Автоцентр «Рыцарь» осуществляет ремонт любых марок автомобилей. Современное оборудование, профессиональные специалисты, прием машин в ночное время, комплексная диагностика автомобиля и замена разливного масла бесплатно. Зима, она как любовь, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И сегодня мы узнаем о том, как подготовить топливную систему вашего автомобиля к зиме. И кажется, мне нужна помощь специалистов автоцентра «Рыцарь». Специалисты предлагают заострить внимание автовладельцев на трех наиболее важных пунктах. В первую очередь, это заменить топливный фильтр. Второе, обязательно прочистить топливную систему. И третье, проверить также свечи накала, реле накала. В автоцентре «Рыцарь» на Советском проспекте 103А вам предложат несколько способов поддержания в чистоте топливной системы автомобиля. Первый – промывка и чистка без снятия форсунок с двигателя. Есть установка для прочистки форсунок. Она подключается непосредственно к рампе форсунками, подается давление воздухом и заводится автомобиль. В процессе работы автомобиля это все и происходит, чистка. Еще один вариант – промывка форсунок на стенде ультразвуковой очистки. Данный стенд поможет выявить, у какой детали слабая производительность. Еще один важный момент – проверка свечей накала и реле. Для начала специалист делает прозвон свечей с помощью мультиметра. Затем в дело вступает аккумуляторная батарея. На корпус мы ставим минус, подсоединяем и ставим на плюс. Свеча должна загореться в течение 3 секунд. Она не разгорается. Тот же самый процесс заключается в второй свече. Раз, два, три. Свеча накала загорается. Это рабочая свеча, это нет. Все. Все эти процедуры помогут вам сократить расход топлива и сэкономить свои сбережения. И тогда даже самые суровые морозы вас не догонят. Автоцентр «Рыцарь» осуществляет ремонт любых марок автомобилей. Современное оборудование, профессиональные специалисты, прием машин в ночное время, комплексная диагностика автомобиля и замена разливного масла бесплатно.